ЦЭС, стартовавший в 2014 году федеральной программы «Большие гастроли», сшить культурную карту страны, расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, особенно малых городов и поселков, способствовать более тесному культурному обмену. Впервые Сарапульский драмтеатр принял участие в программе в 2018 году. Тогда обмены гастролей состоялись с Альметьевским татарским драмтеатром. А в октябре 2022 года поступило предложение о совместном участии в программе «Большие гастроли» от руководства Мотыгинского драматического театра. Потому что в процессе этого проекта театры становятся двигателями своей территории. Потому что, ну вот смотрите, что Мотыгинский театр, что Сарапульский театр в своем названии несет название города. И когда мы приезжаем туда или к ним на территорию, или они к нам на территорию, люди не только знакомятся с театральным искусством, они ведь и знакомятся с городом, они увозят отсюда впечатления об этой земле. В августе сарапульская труппа отправилась на гастроли в далекий сибирский поселок на берегу Ангары. Преодолели 3500 километров, пересекли 3 реки и не пожалели. Ведь Мотыгинский театр – явление поистине уникальное. Сегодня это единственный профессиональный государственный театр в России, который находится в населенном пункте численностью 5000 человек. Наш театр представил на суд сибирского зрителя 3 постановки – «Анна Франк. Дневники», «Бон аппети» или «Ужин по-французски» и «Сказку о мертвой царевне и 7 богатырях», которые были тепло встречены зрителями. А для артистов участие в гастролях – это новые знакомства, впечатления и, конечно, опыт. Это такой укол адреналина, после которого еще месяц-полтора вот эти вот эмоции, вот это и путешествие. Мы же все равно люди. Мы на сцене работаем про людей, про себя. Поэтому это очень важно. После этого вдохновение, хочется еще чего-то делать, выходя из рамок привычного. Когда ты едешь, первое, что ты думаешь, а как тебя встретят? А как примет зритель? Потому что здесь все-таки уже родной зритель, здесь мы уже понимаем какие-то реакции зрителя, понимаем, вот здесь вот посмеются, здесь поплачут, здесь могут быть какие-то комментарии. Это другой зритель, это прокачка твоих профессиональных способностей, это нахождение на другой сцене, это другие реалии абсолютно, другое пространство. Вот, это огромный опыт, да. Но путешествие сарапульской труппы в сибирский поселок было лишь частью больших гастролей. На минувшей неделе артисты Мотыгинского драмтеатра побывали с гастролями в Сарапуле. Показы спектаклей сибирского театра прошли с аншлагом. Билеты были раскуплены задолго до выступления. Это обмен, ну, во-первых, территориями, знакомство с новыми артистами, с новыми спектаклями. То есть, и это очень важно для населения. Вот, допустим, для нашего поселка это очень важно. Потому что у нас население 5000 человек, вот. И когда приезжает какой-то другой театр, это очень большая история, очень большое событие для нашего для нашей местности. Что вы нам привезли? Мы привезли вам 4 спектакля. Первый спектакль – это у нас «Калина Красная». Второй спектакль – «Леди Макбет» Мценского уезда, «Варшавская мелодия» и детский спектакль для детей «Чукокола». Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России и открыта для сотрудничества с профессиональным театральным сообществом во всех российских регионах и странах ближнего зарубежья.